that you need prayer. Don't come close to me, I might change up. Друзья, всем привет! Вы на канале Сергей КамАЗ 85. Это Михаил Глуховичан. Также у нас есть свой телеграм-канал. Да, Михаил, подписывайтесь. Ссылочку мы оставим в первом закрепленном комментарии. Михаил, рассказывайте, как ваши дела, как настроение субботнее? Плохое. А что? Спать хочу. Спать хочешь? Не выспался, что ли, Михаил? Не. Ну я тебя с утра увидел, Михаил, значит, день должен быть хорошим. Может быть. А вот Михаил Тонар. Михаил, куда вы сейчас поедете? Сестрорец? А вы загрузились, Михаил? А чем ты сыпешь, Михаил? О, нифига, у тебя песок. Хороший песочек у тебя, сеянный, да? Ебать, какой песок. Такие камни. Михаил, а это эта тачка, которую делали? Да, да, это новая. Это которую с ремонта, да, забрал? Да, вон подшипник новый. Нет. Нет, не это? Та, а та где? 90, а та 201. А та где? Да, стоит там. Я понял. Так ты уже поехал, Михаил? Да. Сейчас Диму загрузим. Кого? Диму Серова. Я понял. Ладно, Михаил, пошли мы дальше. Давай. Тебе удачи. Много не сыпь, аккуратно. Людей не дави, Михаил. Все собираются, утро у нас начинается. Утряс свистит. Сергей, здравствуйте. Доброе утро всем. Как дела? Все нормально, собрались работать. Все нормально, денег нет, да? Все нормально, денег нет. Дима, все нормально, денег нет. Денег нет. Дмитрий Бульбонов, здравствуйте. Здравствуйте. Пару слов для наших подписчиков, почему вы вчера расстроились. Дмитрий Львович, не переживайте. Не уходите от ответа. Блядь, без слез не рассказывай. Или без пол-литра. Я ему выписал грамоту. Выписал? Я видел там, да. Дмитрий. Надо распечатать теперь. Мы вас официально поздравим. Хоть кто-то. Ясно, у нас же и новые, смотрите, да, поставил? Так он же не лучше работает. Куда вы собрались? Дмитрий. Солнечный Белоостров? Да не расстраивайся так, Бульба, будет работать. Улыбнись. На обед приезжайте, кушай сюда. Бульба, просто улыбнитесь, Дмитрий Бульбонов. Да, вот так. Главное, не расстраивайтесь. Ну. А то что, уедете, потом что мы делать будем? Да что, на обеде здесь или что? Кто? Вы-то приедете на обед? Да. Ладно, друзья, а что, погнали, нам тоже надо запускаться. КамАЗик наш 5107. Это наш с вами конь, на котором мы поедем работать. Первым делом мы осматриваем коня. Все ли в порядке? Смотрим здесь. Все хорошо, хорошо. Колеса не пустые, нет. Здесь что у нас? Посыпалка нам. Наша, короче, задача. О, нам маяк сделали. Прикиньте, сменщик, молодец. Наша задача на сегодня, друзья, с вами. Короче, промести развязку. Там развязка большая. И засыпать ее. Чуть такое. Что-то отлетело, да? Грязь. И засыпать, короче, ее. Сейчас мы этим поедем с вами заниматься. Будем запускать коня нашего. И выполнять задание, которое нам выдал мастер. Фломастер. Отлетело. Это, кстати, у меня отвалилось. Не у сменщика. Кучку-ду, три колодца, термос наш, биосталь. Я всегда с собой беру термос. Так, масса, ключ на старт. Кстати, сменщик еще и спидометр сделал. Все, молодец. Старт, ключ на старт. Погнали работать.
планшет, как обычно наш. Загружается долго. Пик. Так вот. Все нормально. Загрузились. Выжимаем сцепление. Включаем. Рация, она включаем насос, поднимаем отвал, шик, и едем работать. Мы с вами тронулись, едем первым делом на погрузку, загрузимся и поедем заниматься нашей с вами работой. Бля, что такое? Бам, просто. Все разъехались, Глуховичан поехал Сестрорецк сыпать, Бульба поехал категории делать, а Кудряш поехал грузить эти самосвалы снегом. Нам еще надо будет потом, где Кудряш грузит, пройтись, промести, чтобы было все аккуратненько. Как-то так вот. Наше субботнее утро началось. Едем, работаем. Прибыли мы на погрузочку. Сейчас нас загрузят. Что там у нас? Пиздец. А то она и посыпалка, чтобы посыпать. Где наш суперпогрузчик? Свистулька. Слышите, да, свистит? Птио. А вот и он. Наш долгожданный Амкадор. Ну, почти Вольво. Хорошо идет, да, красиво. И фиксируем все на камеру. Ой, хорошо. Хватит нам ковша? Да, там никакие. Жесть, опять жесть. И хорош. А вот это говно залезть, скинуть все. Так. Посмотрим, как у нас все это дело сыпет. Ну, в принципе. Неплохо, да? Как вы считаете, друзья? Нормально. Главное, чтобы в лоб ничего не прилетело. Так, в принципе, нормально. Все, отлично. Поехали заниматься. Заниматься. Дальнейшее наше действие — это заниматься. Погнали. На район. Та-дань! Короче, прибыли. Вот наша развязка. Смотрите, вот мост этот. Это нам все надо будет делать, убирать. Но тут что-то со снегом-то беда какая-то. Снега нет. А начнем мы этот рабочий день. Вот мы приехали, да, сюда. С чашечки хорошего индийского чая. Шахмаун едет. Не перевернулся бы, нифига он груженый. Все как мы любим прям. Давайте, друзья, что болтать. Ваше здоровье. Крепкий чай для моей башки. Посидим, чайку попьем и будем работать. Мести, трясти, короче, заниматься тут
Дел вон, видите, куча просто. Окно у нас все чумошное. Блин, и воды нету, замерзайка не работает. Эти дворники не метут, короче. Ну, как всегда, КамАЗ. Вон еще один шахман есть. Тут просто набрали. А, этот трехосный. Тоже закладывает. Пошел. Вот такие. Смотрите, друзья, чем мы с вами занимаемся. Наводим чистоту. Левая сторона, видите, уже чистенько. Вот от этого песка, всякой грязи. Вот этот пятак мы убираем. Получается у нас чистота. Да? Ну, я считаю, неплохо. Вот таким мы занимаемся делом полезным с вами. Правда, неудобно, вот эти полуприцепы носятся. Жих. Все гоняют. Что-то там у нас отваливается. Да нет, это мы съехали. На бортик заехали немножко колесом. Ну, чистенько получается у нас. Я сам удивлен. Да? Сейчас мы это все с вами разметем, подметем, уберем. Будет чистота еще на той стороне, нам надо этим же заняться. И просыпем это все. Но здесь не будем сыпать, грязь месить зачем. А дорогу просыпем. Занимаемся, короче. Вот этим делом. Делом. Потом будут говорить, что херово сделано, еще что-то делать. О, Мишаня, братишка! Чисто Мишаня проехал, братишка проехал, друзья. Тоже все работают, все трудятся, все шевелят. И мы занимаемся. Ладно, мне неудобно просто камеру держать, пилить. Сейчас мы это сделаем, потом вам покажу еще. Что у нас получилось. Итак, мои дорогие зрители, момент истины. Смотрите, как у нас получилось. Все четко. Смотрите. Все чистенько, аккуратненько. Все мы перемели. Здесь нам уже никак, иначе мы зацепим. А так у нас получилось. Ну, по мне так нормально. На оценочку что скажете? Смотрите. Сейчас нам надо еще вот эту дорогу сделать. Это мы чуть уберем, когда оттуда пойдем. А это сейчас захватим туда. И вот эту дорогу сделать. Потом развязку, мост. Туда-сюда. Короче, будем заниматься. В принципе, неплохо, я считаю. Все гоняют, гоняют. Поехали дальше заниматься. Итак, эти дороги мы сделали. Смотрите, засыпали слева и справа. Центр не трогали. Центр у нас чистенький. Чтобы это все подтаяло. Потом ребята прометут еще раз. А мы с вами с этой задачей справились. Видите, здесь мы уже ничего не трогали. С этой стороны просыпали. Вот так вот работаем аккуратно, потихонечку. Ну а что делать, трудимся. Также и ту сторону мы с вами сделали, все нормально. А вот здесь, друзья, смотрите, здесь посложнее будет. Сейчас мы с вами это переметем. Слева мы прошли, сейчас пройдем справа. И еще раз слева обочину подобьем. Потом все это конкретно просыпем. Как бы так. Там он челик нас обгоняет аккуратненько. Давай. Шкадай. Благодарчики нам говорит. Видите, что тут
творится, колея какая сейчас. Мы это будем убирать. Ну, засыпать, вернее, оно со временем уже уберется. Сейчас прометем еще туда-обратно разок и займемся. Промели мы этот участок дороги. Вот так у нас получилось. А сейчас мы с вами, видите, едем потихонечку, обрабатываем, чтобы не было у нас пробелов. Мы едем потихонечку и конкретно засыпаем, потому что здесь, смотрите, какая колея и лед. Наша задача засыпать, чтобы не было скользко, и постараться, чтобы это немножечко убралось. Короче, надо до асфальта нам сделать, но мы это не сделаем. Тут очень большая наледь, поэтому работаем, просыпаем, промели, просыпаем. Короче, вот так вот. А знаете, из-за чего это? Это кто-то проебал просто вспышку, поэтому образовалось это все. Вот смотрите, как мы здесь размели все конкретно. Это все конкретно засыпем и широко мы взяли, видите, ну, широко, аккуратно. Вот тут у нас уже пошли колеса туда проваливаться, видно вам? Но это ничего страшного, сейчас покажу, где-то провалился кто-то. После просыпки все засыпаем, просыпаем. Обработали мы дорогу. Вот что у нас получилось. Промели, просыпали. Все вроде нормально. Здесь тоже все нормально. Спалочка нормально стелит. Там вон работы какие-то идут. Что-то делают. Стоянку, может. Так, тут что у нас в пласте? В пласте все хорошо. Там что? Там пи. Ладно, ничего страшного. Поехали. Другой участок дороги делать. Опа! Залезли. Сели, уселись. Передачку включили. И поехали. А мы продолжаем заниматься расчисткой и посыпкой территории. Едем, посыпаем обочину. Вот это, видите, наледь какая? Вот ее надо как-то убрать, но как, не знаю. Мы ее засыпем, промели ее, видите, видно, что она метеная. Сейчас едем, просыпаем. Потому что на улице плюс, может, отойдет, оттает, и нормально будет. Ну, хоть ровно сделаем. Как-то тут не айс. Мы немного прошли этим ротором. Видите, как сдвинули обочину. Все нормально. Ну и мы сейчас просыпем обочину. Посмотрим, что получится. Я думаю, нормально все будет. И поедем обедать. Вот такие. Итак, что могу сказать? Мы пообедали. Постной пищи. Идем дальше. Смотрите. Михаил! Что? Ну что, что случилось опять? А? Что? А что тут делаешь? Мышей ловишь? Забери камни. Какие камни? Кто тебе накидал камней? А кто? Без пешехода? Да.
Вот они мудаки, а. Ого, Михаил, Михаил, ну, опа, сальтуху надо было, Михаил. Не умеешь? Давай, залазь, я тебя научу. Михаил, какие планы? Поехать дальше. Куда? Сыпать. Сыпать? Да. А ты обедал? Да. Щечки такие у тебя уже большие, кругленькие. Так, ну, блядь. Да, у тебя тут столько действий надо сделать, чтобы запустить эту. Это ты закрываешь, да? Михаил? Это зубы сего делать. Чтоб не сыпалось, да? Чтоб закрыть, она вот это надо. А это что ты делал? А это ты что делал? Доза высела. Ты все поехал, Михаил? Михаил, а? Ты поехал? Это снег, Михаил. Ты поехал, Михаил? Да. Давай, мы проводим тебя, давай. Что? Да, чего? Почему в последний? Ты что, дурачок, что ли? Давай, Михаил. Ну, нам интересно, как ты трогаешься. Выжимаешь ли правильно сцепление? Михаил, давай, Михаил! Михаил, вся страна на тебя смотрит, Михаил! Итак, сдает экзамен в автошколе Михаил на полуприцепе на Тонаре. Так, 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 так. Он что, так прямо в гараж, мне кажется, в бокс едет. Пошел крутить. Михаил, ну что это такое? Все, попер Михаил. Ладно, справился. Такая, да? Карета у него. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Полетел. Главное, чтобы он ее не перевернул, а остальное все пуст. Наш конь вон стоит. Поехал на мойку. А нас опередили, друзья. А кто нас опередил? Опередил нас, как вы все догадались, Дмитрий Бульбонов. Тише будь. Ты все? Отработал? Дим, ты все крутится. О, нифига. У кого-то отвалилось. Аморчик. Такой мог и в колесо воткнуться, блин. Да? Машину мы так сполоснули слегка. У нас вон фара развалилась, почему-то стекло, блин. Печалька, смотрите, какая. Чу. Я сейчас порежусь. Она будет заниматься. В грязь поедешь, если в такую погоду. Это все хана фаре. Будет капец, короче. А сегодня это выходной, суббота. В ремзоне мы никого не найдем, фару мы не получим. Такие пироги, друзья. Поэтому мы сейчас пойдем путевочку закроем. Посмотрим, закроем, не закроем. Вроде на сегодня мы с вами отработали. Пойдемте, что? Я сам ничего не знаю, что мы дальше будем делать. Погнали. Ну что, народ? Все, мы отработали. Выдвигаемся к дому. Время почти 8. Шагаем потихо. Бульбу где-то потеряли, кудряша потеряли. Короче, я их не дождался. Поехал домой. Что я могу вам сказать? Денек так себе прошел нормально. Рабочая смена. Как, все как обычно. Все уже по накатанной у нас идет. Нормальная работа. Есть работа. Работается. Работники неплохие. Итак, друзья, что хочу сказать. Спасибо вам огромное всем за поддержку. За лайки. Давайте всем хорошего настроения. Крепкого здоровья. Счастья. Всего самого наилучшего. Давайте. Всем добра. Ну и как всегда, быть бобру. Давайте, пока.